США есть доказательства того, что коронавирус начал распространяться из Уханьской лаборатории. Такое заявление в эфире телеканала ABC News сделал госсекретарь Майк Помпео. По его словам, у китайских властей была возможность предотвратить пандемию и ее последствия. Однако из-за сокрытия фактов весь мир погрузился в глобальный кризис. А на вопрос, намеренным ли было распространение, госсекретарь США не ответил. Однако в очередной раз обвинил Пекин в закрытости. Могу заверить, есть значительное количество доказательств того, что вирус пришел из лаборатории в Ухане. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы получить ответы на вопросы. Мы пытаемся направить группу туда. Всемирная организация здравоохранения пытается направить группу туда и в другие лаборатории в Китае. Но китайская компартия продолжает блокировать доступ. В своем заявлении Помпео сослался на схожее мнение австралийцев. Напомню, ранее австралийский The Daily Telegraph опубликовал данные из доклада 5 разведслужб США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании. Если верить документу, то Пекин намеренно скрывал и даже уничтожал данные о вспышке, тем самым причинив вред другим странам.